никак не могут развязаться. Сколько денег нужно, чтобы достроить гидроузел, и почему некоторые эксперты сомневаются в целесообразности его возведения? Все, что плохо лежит, что чаще всего воруют в омских магазинах, и почему среди шоплифтеров все больше взрослых людей? Играй, музыкант, как юные дарования из разных уголков России и Казахстана проявили себя в Омске перед взыскательным жюри на конкурсе скрипачей и виолончелистов имени Шпета. Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20:00 и в 23:30.